Добрый день, друзья! Сегодня в обзоре великолепный, яркий, шикарный азиатский сорт Black Piano. Огромные цветы, контрастный окрас, интересная форма, просто идеальная орхидея для коллекционеров, мне кажется, мутантов. Давайте измерим размер цветочка. Это первое цветение, и уже вот 9 сантиметров. Да, видите, девяточка. Такая вот девочка яркая. Даже не знаю, с чем ее сравнить. Позже обязательно сделаю обзор с другими малышами, похожими по размеру цветка, бабочками. Ждите его. Сейчас покажу вам ее поближе и расскажу вам ее историю. Ну что сказать, невероятный цветок по окрасу. Я когда увидела впервые это растение, когда начал продаваться, на фото садовника, я, конечно, обомлела. Думаю, боже, какая красота, какое шикарное растение. Купила ее втридорога. Купила ее или нет, не ее. Купила и одну из ее сестричек. Их было, у меня их сейчас три. И это зацвела первой. Хотя кусты уже, ну, по размеру приличные. Смотрите, какой размер горшочка. В таком горшочке продают Голландию цветущую. Если не ошибаюсь, девяточка. Ну вот, купила я одну из ее сестричек. Довольно-таки дорого. А потом так получилось, что в одной из групп по скидке продавали уценки Black Piano. Причем за копейки, рублей за 300, 399 рублей. То есть, если вот одна из них обошлась мне тысячу, там, тысячу с чем-то, полторы, что ли, совсем крошечка. Вот такая вот, ну, фласочница, просто фласка. Не то, что 1,7, меньше. Там два листочка было масюсечных. И вот я купила еще две уценочки Black Piano в другой группе. Еще этот сорт зовут, кстати, FM1552. Ну вот, они примерно одинаково стали у меня расти. А те уценки вообще были по одному листику. Вот одна из них. Одна из тех двух. Они стали довольно-таки быстро расти. Я им обеспечила хорошие условия, хорошее освещение. И вот уже такие три крепких растения у меня. Это зацвело первый. Я мечтаю еще о трилипсе этого сорта, поэтому я обязательно дождусь цветения двух остальных. Если будут бабочками, конечно же, они будут продаваться, либо идти на обмен. Но надеюсь, что кто-то из них все-таки порадует другой мутацией. Посмотрите, какой контраст цвета сепалей бордовый. И петали нежно-нежно розовый. Интересно, губа. В основании рыжая, усики розовые. Очень милые крапушки, веснушечки. Они даже на защипах. Защипы выпуклые. Довольно-таки крупные, хорошо видно. На солнышке сверкает девочка. Очень яркая. Сегодня очень солнечный день, мне повезло, потому что я снимать могу только в выходные, и вот в эти выходные удача. Ну, вот такое растение, взрослое, но периодически скидывает нижние листья, съедает их. Ну, совершенно не капризное, по корням вообще все хорошо. Сегодня, кстати, день полива, сейчас я поснимаю и буду поливать. Корни, видите, хотят пить. Растение уже сухое. Сорт беспроблемный. Даже те малыши, которые были реанимахами, по одному листику у них было. Даже не знала, цела ли там точка роста. То есть я вслепую покупала на свой страх и риск. И все они показали хорошую динамику. Поделитесь, есть ли у вас этот сорт в коллекции. Расскажите, как он у вас растет, как зацвел. Или вы еще ждете цветения. Спасибо, что посмотрели обзор. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего.